Всем привет! Сегодня на обзоре проект Base Reward. Правильное использование блокчейн-технологии может приблизить людей к решению по руководству компании. Идея этого проекта состоит в том, чтобы построить большую трансграничную сеть бизнеса в интернете, где люди могут получить легкий доступ и владеть частью бизнеса с помощью токенизации. Расскажу на примере Африки. Есть человек, он хочет купить биткоин, чтобы оплачивать свои счета и покупать другие услуги онлайн. Но он понимает в какой-то момент, что в этой стране нет простого, доступного и надежного способа это сделать. Второй тип людей – это те люди, кто любит ходить по магазинам, появляется какой-то новый тренд. Они надеются получить его онлайн, но они не могут сделать покупку, потому что в их стране трудно получить дебетовую карту. Это, во-первых, дорого, во-вторых, отнимает много времени. Третьей категорией являются те люди, кто хочет вложить свои деньги в хорошие возможности в интернете. Но их, очень много раз обманывали, что они расстроены и жалеют об этом. Они здесь смогут найти хорошие возможности. И именно исходя из этих проблем и существует этот проект. Кто же они такие? Они экосистема Base Reward. Base Reward — это единая платформа, предлагающая различные цифровые услуги и бизнес-решения, которые в полной мере используют преимущества цифровых активов в Африке. Например, автоматическая биржа для легкой покупки и продажи вашего биткоина или другой какой-либо цифровой валюты. В Африке это местные способы оплаты, услуги предоплаченных карт, виртуальные и физические карты для онлайн-покупок, которые могут использоваться в любом банкомате по всему миру. Инвестбоксы и инвестиционные решения для тех, кто хочет ежемесячно зарабатывать на безопасности и услугах электронной коммерции, также играх и многих других услугах. Это все стало возможно благодаря блокчейн-технологии. Этот проект создал децентрализованную систему, точнее экосистему, основанную на собственном токене под названием Base Reward Token. Будучи не просто криптовалютой и активом для своих владельцев, он питает всю экосистему, делая ее полностью децентрализованной и изменяет взгляды людей на криптовалюту. Почему же Base Reward Token отличается от других? Первое, это вы получаете ежемесячное вознаграждение в качестве держателя токена. То есть 60% всех сборов экосистемы распределяется между держателями токена. Второе, при помощи этого токена вы становитесь частью этой экосистемы. Третье, вы можете использовать токен в экосистеме для совершения покупок. Ну и четвертое, ограниченное количество в 7 миллионов токенов, которое доступно на ICO. И общее количество их всего 12 миллионов. То есть цена на них будет нормальная. Пятое. Вы можете голосовать, чтобы решить, какую услугу добавить в экосистему. Скажем так, Base Reward Token — это двигатель, а вы являетесь водителем. Именно благодаря услугам этой экосистемы все три типа людей, о которых я говорил ранее, являются частью цифрового будущего, и с ее помощью они смогут решить свои
главные проблемы, ну, с помощью этой экосистемы. Base Reward Token в настоящее время находится на стадии ICO, поэтому не упускайте свой шанс получить его сейчас и стать частью будущего. Экосистема Base Reward это будущее цифровой экономики. Base Reward Token это криптовалюта с реальной ценностью в мире. Ну все, все ссылки для ознакомления будут в описании к видео. Ставьте лайки, дизлайки и не забывайте подписываться на канал. Всем пока!